Новая спортивная площадка откроется в Сургуте в конце октября. На объекте состоялась общественная приемка. Спортивная площадка – первый этап благоустройства парка в микрорайоне 20А. Территорию благоустраивают в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Подробности у Елены Катковой. Уложили асфальт и резиновое покрытие, вскоре приступят к установке тренажеров. У общественников возникли вопросы к прочности конструкции. Сама конструкция не дает жесткости, и это тревожит. Я считаю, конструкцию принимать нельзя. По словам подрядчика, все малые архитектурные формы на гарантии до 3 лет. Все, что повредится в процессе эксплуатации, строители будут исправлять за свой счет. Сейчас работы завершены на 80%. Здесь выполнено резиновое покрытие, под ним асфальтовое, завезены мафы. Планируется еще установить ограждение вокруг всей площадки и вход на саму спортивную площадку – это брусчатка. К строительству приступили еще в июле. Впереди завершающий этап. Закрепить конструкции подрядчик обещает к концу недели. Полностью завершить строительство и открыть площадку намерен к концу октября. Замечательно, что вокруг строящихся жилых микрорайонов устанавливают такие площадки. Это замечательная идея, потому что спортивная досуговая зона должна быть. Потому что мы сегодня радеем за то, чтобы люди занимались спортом, имея возможность отдохнуть. Для занятий спортом на тренажерах учли потребности и маломобильной категории населения. Стоимость объекта больше 4 миллионов рублей. Строят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Очень правильно сделано, что прием проходит не формальные подписи, а приходят люди, высказывают свои конкретные претензии, конкретные недовольства. Соберем все замечания, проговорим их с непосредственно подрядчиком и примут решение о том, что здесь нужно будет доработать и какие сроки это будет сделано. Спортивная площадка – первый этап благоустройства парка в 20А микрорайоне. Согласно проекту, там появится дорожно-тропиночная сеть, место для отдыха, детская площадка и территория для выгула собак. Елена Каткова, Роман Турбин, Вести Югория, Сургут.